さてと、みんなどうする？ну что ж, что нам делать теперь? 警察学校まで行くとしたら、徒歩かバスになるけど。Если отправляемся в полицейскую академию, то можем отправиться пешком или на автобусе. そうね。私はどちらでもいいわ。ну, меня все устраивает. 最近歩いてなかったから、ちょっと体を動かしたいし。Я давно не гуляла, поэтому я бы не прочь растрястись леса. Особенно после последнего инцидента, да, Элли? それに確か、西クロスベル街道に手配魔獣が出ていましたよね。Также я уверен, что появился монстр, который нужно убрать на западном шоссе. だったらついでですし、歩いた方がいいかもしれません。Ну раз уж вы здесь, возможно, будет лучше прогуляться. Ой-ой, 本気かい? Эй, серьезно? さすがに徒歩なんて。だるすぎる気がするけど。Мне кажется, гулять будет слишком сила затратно. Не хочу тратить лишние джоули, как говорится. いい若者がそんなことじゃ情けないよ。Нет, такой прекрасный молодой человек говорит подобные жалкие вещи. 普段夜遊びばかりしてるんだから、こういう時に体を動かさないと。Я, конечно, понимаю, что ты обычно по ночам только делаешь, что тусишь, но в такие времена стоило бы подвигать своим телом несколько иным способом. Я едва ли заинтересован в спортивной деятельности, знаете ли. Ну, что, в принципе, довольно логично. Хотя нет, нелогично, Вази. У тебя же такое хорошее телосложение. Что ты делаешь? Как ты это делаешь, вернее? Икка. Ну, ладно. Скаретара ясаший лидер ни обутте мораева иин даши. Если устану, то наш благородный лидер покатает меня на спине. Я не буду это комментировать. Обранай кара. Не-а. Соле жа, тохо де шуппат суру кото ни шимашоука. Тогда пойдем пешком. А если бы Элли предложила покататься на тебе, ты бы согласился? Техай маджу га деру камоширенай кара. Киоцуке найто не. Что за нестандарты, Ллойд? Раз уж монстр может появиться, нам нужно быть осторожными. Лёкай шимашта. Да, поняли. Ну чё, тут новый монстрятник будет, наверное, да? Будет его отлавливать тогда. О, коробочка. Мука, да еще в большом количестве. Неплохо пригодится. Шкварцем, Тимур, у меня Heaven's Eye надет на Ллойде. Мама, да, да, да. Пруф, Eagle Eye. Ну да, стрелки это очень удобно. Тут я соглашусь. Это реально крутое нововведение. А что так много-то? Найс. А, да, мне же на Лайзе нет на нем. Черт, ладно. Зато на Лайзе, по-моему, был у Ноэль, если не ошибаюсь. Да, был. Кстати, трек тут все тот же на дороге. Приятно. Что у нас тут? Помню таких ребят, да. Yeah.
Яре-яре. Не сказал бы, Тимур. Но подобный, наверное, да. Тут просто теперь за анализирование врагов дают дополнительно 0.2, по-моему. 0.01, не обращал внимания. Да, кстати, все множители расписаны теперь в книжке, можно удобно посмотреть. И Шейн был 1.35 всего лишь. В мануале, по-моему. Да, вот видишь... То есть Chain Battle дает плюс 0.5, Round Kill, то бишь 4 и больше врагов одновременно, это плюс 0.4, Triple Kill 0.3, Triple Canceler 0.3, Support Kill 0.3, Double Kill 0.2, Revenger 0.2, No Damage 0.2, No Move 0.2 и так далее. Все бонусы тут расписаны. Кстати, это удобно, нужно заметить. Не-не-не-не-не, иди нафиг. Если не буду сражаться, дружок, прости. Не, не хочу просто вообще. Я вообще с ним сражаться не хочу на самом деле. Я хочу просто забрать сундук. Спасибо. Так, с тобой мы не сражаться не будем, потому что мы тебя уже видели. Ручка хотелось бы на самом деле отсканить по возможности. Ха-ха, не добежал. Прощай. Оу. Там еще одна мушка есть. Ладно. Оу. Сурово. Пойдет. Слушай, они реально, они всем дженерикам, по-моему, подняли очень сильно уязвимость к магиям. Это жесть просто. Прям ощутимо подняли. Ау. Ай. Хорошо. Ну нет, ну хорош. Вот ты бьешь. Я сейчас взял блюдо посмотреть, что там нужно по рецепту, их приготовить их, но я думаю, это сделаю потом. Чуть позже, главное не забыть об этом. О, Ю-материалы. Кстати, Ю-материалы, походу, реально стали чаще падать, что ли? Это, кстати, на самом деле здорово очень. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, с чужаков Ю-материалы падают. Круто. То есть их явно теперь станет чуть проще убивать, потому что раньше падали только с редкого мобья. Пойдет, пойдет. Я только за. Чем то, что юшек нам нужно будет очень много. Вау, Marble Ring. Прикольно. Пригодится, наверное. Так, с тобой я сражаться не хочу, там ничего нового. О, горшочек. Горшочек не вари. Саке? Вау. Офигеть, это дорогой так-то материал для крафта. Пойдет, пойдет. Так, не-не, жучок, прости, но нет. Блин, а что ж так много-то тут, серьезно, ребят? Что-то у вас прям перебор, по-моему. Так, раньше здесь был, кстати, этот сундук с овцами, если вы правильно помните. Сейчас его здесь нет, это хорошо. А, есть вот этот сундук. Ой, там волки. Воу. Тихо.
Ну нет, чувак. Ну как? Ай, камон, серьезно. Фига, вы теперь так научились сделать? Еще так жестко-то? Хотя бы тебя добьем тогда. Я, скорее всего, не раньше так делали, просто я не давал им это делать, так что практически не сражался с ними. Фига шустрый, чувак, хватит. Шел вон. Не обижай Ноэль, слышишь? Не обижай Ноэль. На тебе. Так, я не знаю, какой это сундук, но я бы, наверное, лучше похилился на всякий случай. Обычный сундук, окей, пойдет. О, дэм! Яйкс. Не надо. Ау. Бэр дебаф не прошел, хорошо. Слип, пожалуйста. Спасибо. Пойдет. А теперь фокус. Чпоинк! Хорошо, что урон от яда не снимает сон. Как удобно, на самом деле. Ники, ты зря связал это при Хашмале. Очень зря, поверь мне. И вот теперь проблема, Ноэль немножко бесполезна, потому что и там есть уснувший, и если она будет бить, то... она пробудит его. Потом придется хилиться. Плюс CP, это, кстати, приятно. А, у Ази со скоростью проблемы, блин, плохо. Ну не с агилки же у тебя проблемы, дружок. Ну серьезно. Так, я сразу скоро проснется. Ой, хороший крит какой. У него сейчас крита родной, что ли, есть? Ладно.
Я на всякий случай спрошу, Ники, какой сложности ты играл. Ну, я догадываюсь. Ну, как бы я догадываюсь, но тем не менее спрошу. Да как бы имеет значение. А, может быть, даже он был в сне, поэтому был крит. Хотя не факт, ладно. На нормальный уровень сложности, ну я так и подумал. EP1, неплохо, кому дать. Пока, наверное, никому, только если тебе, вместо EP-ката. Сказал, со мной нет. А что со мной по сепи, то... Ну, со временем плохо, но со временем у нас долго будет плохо. Сон, оглушение и прочее дает шанс крита. Понял, спасибо, Хашмал, это очень полезно, будем иметь в виду. Не то, чтобы это будет часто быть там нужным, но тем не менее. Сэпит, отлично. Я бегу. Не догнали. Шел вон. Шел вон, я сказал. Чувак, я сказал, шел вон. Что непонятно-то? Ты так и будешь набежать? Отстанешь от меня уже, пожалуйста. Хорош, ну. Хорош, я сказал. Отстань от меня. Спасибо. Ну, а другое дело. Спасибо. Гуськом, гуськом мимо, просто мимо. Вот так вот, отлично. Я все-таки разобью это на два эпизода, потому что... И тот квест, и вот эту дорогу мне явно не нужно спихать в один эпизод, слишком перегружено будет, по-моему. Она всегда это делает, Тимур, не то чтобы я против, с другой стороны. Без роллинга скучно. Эти жуки у вас были? Да, были. Окей. Это вдруг убегал до лица ради чего, так мило. Ну, кто же знал Хашмал? Хотел как лучше. Кто же знал-то? Что так плохо? Чардж, спасибо. Я еще карабасик вижу, кстати. У нас деньги, кстати, снова появились. Эй! Мы не полностью бомжи. Эй! Ну, все правильно, Фэтс. Именно так это и работает. А как иначе-то? Давай не надо. Давай не надо. Давай мирно разойдемся, дружок. Давай просто мирно разойдемся. Спасибо. Страдай. Где этим раш? Так мило получать оверкиллы, когда хп 0. Steel Wrist. Да, Prevents Faint. Может и пригодится, не знаю. Ах, там была только коробочка, по-моему, да, если я про не ошибаюсь, да. Да, можно бежать отсюда. Мирно разошлись, проверяйте. Именно так, Фэтса, да. Очень мирно, очень полюбовно. Так, тут снова яйцо. Тут снова жуки. Я успел.
И пропуск анимации — это просто лучше, что могли придумать на самом деле, реально. Это было еще в первой Disgaea, ребят. Это 2002 год, по-моему, если не раньше. Они только в 2011 году думали сделать пропуск анимации. В игре, где эти анимации реально занимают много времени. Ну, я тоже не играл, Тимур, поэтому я не знаю. Всему свое время узнаем, значит. Что у нас тут хорошего? Новые монстры? О, Шанин Помощь, серьезно. Здравствуйте, давно не виделись. У тебя то, что вылавливать, надо и сканировать, братан. Да в смысле? Чтоб не сбегай, пожалуйста, зараза. Чтоб сомневался. В каком неудачном месте он генерится, однако, еще при всем при этом. Там еще соседний монстр есть. Блин. Давай не надо, чувак, давай не надо. Просто отстань от меня, пожалуйста. Хорош. Да в смысле? Так... Чего? Как? В смысле? Ты как меня увидел-то? Блин, мне срочно нужен Хейз. Просто мне настолько сильно нужен Хейз, что вы просто забейте, ребят. Да в смысле? Вау. Ну серьезно. Ты так гениально просто, я не могу. Как же они сильно порезали стан в этой игре, это просто капец. Да блин, да... Ты поворачивайся ко мне, не пойму. Прости, братан. Да в смысле? Как вы это делаете? Ох, мать. Ох, мать. У вас еще и читер тут может быть. Яйкс. Давайте не надо. Ну да, разве я в тебя не попаду. Ну-ка, по крайней мере, отсканить. Надеюсь. А, у Холи Були цену подняли. Ё-моё, какая жесть. Ну, по-моему, как обычно, без иммунитета к эти дилея. Сбежали, а тут еще эти ребята, супер просто. Да зачем кошмар, я не буду париться с этим. Не вижу смысла. Кстати, они расстановку устанавливают в причине бэтлах, не знал об этом. Чем лучше. Эти взрываются. Ой, не надо, пожалуйста. Сейчас будет больно. А, нет. Не будет. Хотя не будет. Яйкс. Блин, аж 60 CP теперь стоит. Ёлки. Вот это вы порезали, конечно, Холи Були. Забей просто. Промах. Логично. Ау. Еще и крит, ну да. Что-то нафиг ваши бандиты какие, ребят. Будет больно опять, но пофигу. Ладно, в принципе, их отсканили, так что какая разница. Не суть важно. С целью мы справились. Будем иметь это место в виду на будущее. Ой, а что так неудобно сделано меню хила-то? Что вы делаете, ребят? Ладно. Более серьезно, Трекбелл так не так порезали. Так и хорошо, что вы так не порезали, Тимур. И Тил Ванс — это очень мощная фигня, не надо ее резать. Они переехали сюда теперь? Как-то эти ребята суровые. Yeah.
Ну, то мы, кстати, отсканим, скорее всего, сейчас как раз. А правда, у него раш будет неприятно. Откинуть я не могу, ну и ладно. Может быть, ты сам убьешься об меня, не знаю. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Прости, Вазя, я не хотел. Так получилось. Нормально. Или я направляю с CP, но, в принципе, сейчас не критично. Пойдет. Он стоил дешевле, Тимур. Но как бы там хил-то был, извини меня, еще и CP, причем CP еще Эль могла восстанавливать. Теперь она еще и себе CP не восстанавливает этой штукой. Вот, вот в чем проблема. Только другим. Возможно, из-за этого и порезали, я уж не знаю причин такого нерфа. Ты еще не видел, как сам баф Ллойда порезали. Настолько, что даже пользоваться теперь неинтересно. Я же понимаю, что он типа был сломанный в некотором смысле, но, блин, не настолько же, чтобы настолько сильно нерфить. Ох, мать, это будет жестко. Окей. Ууу, найс. Strike Heaven. Давайте. Вы выжили? Серьезно? Лол. Ну ладно, по крайней мере, Ноэль вас добьет. Скорее всего, я надеюсь. Ну, вообще-то жестко. Чпоинг! Трипл килл пойдет. У нас комбо крафтом получше, конечно, пошло, ничего не скажешь. Ау. Что дают? Мисшиф? Это мы для готовки, по-моему, да, если не ошибаюсь? Да, это для готовки. Ну, кстати, вот это, кстати, неплохо. Вот мы нам его очень рано дали, это очень здорово, блин. Вот реально, за это спасибо. То, что нам прям в первой же голове дали кварц на готовку, это шикарно, по-моему. Вот. Кое веки вовремя, блин, как говорится. А? Чё? А? Оу. Оу. Здрасте. Конничва. Доброе утро. Можешь, а ты мо? Кайдо арыйте китан деска? Решили прогуляться по шоссе? Фирзу. Наступают. Что? Тэкук карну рэсся да. Чанто мите оке. Это поезд из Империи. Смотрите внимательно. И ребята в черных очках, я вижу их, да. И чё? Их много так-то? Трансконтинентальный поезд из Эребонии? Простите, что-то не так? Я... Укашина кото ва нанимо найса.
Да нет, все нормально. Токороде, соконо козо. Кстати, ты парень. Има но рэшча, жоукяк ва наннин ноттейта? Как много пассажиров было в этом поезде? Что? Ичио шарио но накамаде мео кубаттейта дарога. Ну, ты ведь, наверное, даже следил за машиной внутри, верно? Наннин да, котаэро. Как много, отвечай. Сколько истребителей было, отвечай. Это классика, это знать надо. Ну, откуда мне знать? Ох, серьезно? Ну, говорю, мне сохраниться нужно было, да? У нас там был это, ответ на, это, на самый главный вопрос в жизни, на самый главный вопрос во вселенной и так далее, да, 42? Ну вот я и напишу 42. А, то есть я угадал. Серьезно. Окей. Спасибо, игра. Спасибо, что простила мне мой мисклик. Магрека дока сиранга. Имя устерю юда, на. Уж не знаю, шутка это или нет, но похоже, у тебя хороший глаз наметанный, да? Тама-тама десьо. Масака атару нанте. Это было лишь... Мне просто повезло. Никогда не понял, что правильно отвечу. Сэзэ мэва китайте оке. А. Тренируй свои глаза по возможности. Манзэн то нагамэру на. Джоукё соно моно о скан сиро. И не смотри бесцельно. Смотри на ситуацию целиком. Соноуэде, сокони ару ёсу о шинкантекини цками тоттеок. И более того, сразу же выхватывай из поля зрения отдельные элементы. Соре га сэнджо де икинокору коцу тте яцу да. Это умение, которое позволяет остаться в живых на поле боя. Рыжие волосы, лазурные глаза. А, товарищ рыжеволосый мужчина, а Ширли случайно с вами никак нет, самое нет. Уж очень вы похожи, хотя, может быть, мне просто паранойя опять разыгралась, я не знаю. На, убойте укугаи. Ну, просто имейте это в виду. Кто это был? Его телосложение и отсутствие слабостей. Не самый обычный человек. Ну, может быть, за ним скрывается нечто большее, чем это? Что? Чё с музыкой? Чё с музыкой? Это... Как жестоко. Яйкс. Это же заглавная тема игры, только... Очень минорная. Масака койцра. Кеса как ништа. Техай маджука. Это случайная тема, устра которых заметили этим утром. Мачигай аримасен. Нет сомнений, это точно они. По крайней мере, внешне похожи на тех, которые были в розыске. И похоже, что здесь немного больше, чем было в отчете. Три, четыре, пять тел. Все убиты рубящей атакой. Возможно, работа этого человека? А... Мачигай най даро. Да, я уверен в этом. Эри на яйба то ю йори. Кёдайна ната митай на моно де кирисакарета митай дакедо. Похоже, что их разрезали чем-то вроде огромной секиры или топора, а не острым клинком. Втари тома ёку рэйсэй ни кансацу декиру ва не. Вы двое можете так спокойно об этом говорить и смотреть на это? Смимасэн. Аташи мо коре ва чотто кицуй дэсу. Простите, но для меня это тоже немного слишком. Шо, сейчас вырвет, да? Вакатта.
Итан, кукукара ханарео. Хорошо, давайте уберемся отсюда. А ну только. Мой ты шматтамитай да. Да человек, похоже, он уже ушел. А. Кроссберши не аруйте итамитай да. Да, похоже, что он гулял. Похоже, что он шел по направлению к Кроссболу. Имакара ой как это. Музыкаш сода. Даже если мы пошли за ним сейчас, то было бы сложно догнать его. Не комаров, а крабов. Дядя Грэнди, но тем не менее. Гигантских крабов. Не, ну я, конечно, мастерски вот здесь вот, блин, я не знаю, как я это сделал. Это просто бред. Мисс Клик просто спас, по-моему, спас меня сейчас от переигрывания этого момента. Забавно получилось. Не-не-не, а, там еще сундук. Блин. Ладно. Выгород дома спасли. Не говори, Ники. Не-не-не-не-не. Ну нет, ну нет. Ну за шо? Отстаньте от меня. Чпоинг. Чпоинг. Пойдет. Не так уж и страшно оказалось. Оу. Что-то было, я не обратил внимания. Very spicy bomb rice. Оу. 80% шанс бёрна. Это, видимо, как раз дает, кстати, за тот рецепт, который нам дал этот повар из китайского ресторана. Еще и с большим радиусом. Прикольно. Окей. Да нет, эти вроде похожи на то было на самом деле. Жалко, хорошо, что обычный налаз не снижает статы, как у Тио. Ну ладно. Это было бы слишком жирно на самом деле. Слишком жирно. Серьезно? Ну ладно. Убейся сам, пожалуйста. Пойдет. Убил все-таки. Нет, Тимур, должно быть все нормально. Дропов у меня нет. Скорее всего, Twitch может дурить из-за International под эти. Такое бывает реально. Маслица. Приятно. Здесь раньше был сундук, по-моему, теперь его здесь нет. Тем лучше. Здесь и Сербик Томато Мэн, как обычно, будет. Да, есть Сербик Томато Мэн. Ребята, я скучал по вам, вы знали? Я по вам скучал, слышите? О, овечки. Вас тоже отсканить, получается, надо будет, да? Ну, давайте. Оу, да, звучит так себе, Тимур. Ну, помидоры мы еще успеем отсканить, а вот овечек точно надо будет сканить отдельно. Они редкие мобы, их надо будет... О, вау, фига они мощные. 5200 хп! Чё так много-то? Эу! Энигма, кудо! Квази, живи. Квази, живи! А-а-а-а!
Я вас понял. Вообще, как не бывает нормального интернета. Это факт. Ну, тут теперь один неинтересно. Ну, может, оно и к лучшему с другой стороны. Ладно, теперь по нему попасть. Да? Ау. Ну, конечно, он сбежит теперь еще. А, нет. Ну, сам убился, хорошо. Лучший способ законтрить высокий эвейжен — это сам уметь высокий эвейжен и заставить врага убиваться об тебя из-за высокой агилки, да? Нормально. Ладно, вы потом еще крипишипов туда поубивать попробовать, возможности. Он же потом это сделаю. То есть редкие мобы здесь спавнятся точно так же, скорее всего, даже у тех же монстров. Буду иметь в виду. Ю-материал, отлично. Спасибо, пригодится. Да, похоже, ворота открыли специально для нас. Ну, если здесь, да. Дальше полицейская академия, верно? Да, дорога через лес идет здесь дальше. Если пойдем чуть дальше по дороге, то достигнем полицейской, то входа в полицейскую академию. Понятно. Нас, похоже, никто не встречает, так что пойдем. Нет, этот мужчина все еще беспокоит меня. Да, он был слишком напористый, в конце концов. Но нам все же нужно закончить дело с шефом. Тогда нам лучше разделиться на две группы? Одна идет к полицейской академии, другая возвращается в Кроссбелл? Похоже на хорошее решение. Нет, слишком рано разделяться, учитывая наше текущее положение. Однако, на всякий случай, я позвоню в службу предотвращения преступлений. Хорошо, хорошая идея. Полиция Кроссбелла, с первой отдел предотвращения преступлений. Мисс Эмма, спасибо за сегодняшнее. Детектив Баннингс? Что случилось? Новое развитие дела? Нет, другое дело. Видите ли, тот объяснил об рассказал про одноглазого гиганта, которого они видели на шоссе. Большой рыжеволосый мужчина с одним глазом, примерно 40 лет. Не пользуется транспортом и идет пешком по шоссе. Хорошо, будем глядеть в оба. Вам стоит закончить то, о чем вас попросил шеф Сергей. Да, конечно. Похоже, леди из первого следственного дела приняла вызов, да? Исики так не работают, Фэтса, к сожалению. Да, теперь я чувствую себя немножко легче. Ну что ж, пойдем через врата? Да, идем. Ну что ж, о том, что нас ждет дальше за этими воротами, куда нас не пускали в прошлой игре, уважаемые зрители, мы знаем в следующем эпизоде. Окажем прощаться. Большое спасибо. Я до новых встреч в новых эпизодах Ауно Кисики. Увидимся.